Об итогах Петербургского экономического форума глава Чувашии рассказал и на еженедельном совещании с руководителями органов исполнительной власти. Михаил Игнатьев призвал внимательно изучить все критерии, по которым оценивались регионы. С 2015 года рейтинг перестает быть пилотным, и условия для эффективной работы бизнес-структур будут оцениваться во всех регионах Российской Федерации. Среди критериев национального рейтинга, напомню, есть и итоги единого госэкзамена. В этом году сдают ЕГЭ более 7 тысяч выпускников. По словам министра, в республике сделано многое, чтобы обеспечить прозрачность и безопасность госэкзамена. Увеличено количество пунктов проведения испытаний. Установлены видеокамеры. Поменяли или обновили составы предметных комиссий. Те преподаватели-учителя, которые эксперты, как мы их называем, допускали отклонения, погрешности большие, на 30% мы заменили другими экспертами. Предстоящее лето будет насыщено спортивными мероприятиями, как республиканского, так и российского масштаба. Это и соревнования по легкой атлетике и по стрельбе из лука. Уже в начале июня стартует чемпионат России по спортивной ходьбе, который станет тестовым на Кубок мира. В летний период текущего года в Чувашской республике будет проводиться 18 соревнований всероссийского уровня и одно международное соревнование. Общее ожидаемое количество участников в данных мероприятиях – более 10 тысяч человек. В республике много делается для восстановления горельников 2010 года. Но недавно на том же месте произошел пожар. 23 мая на территории Чебоксарского лесничества 15 часов 10 минут с пожарной вышки Сосново-Северной пожарной химической станции обнаружили возгорание. Это возгорание на участках горельников 2010 года. Возгорание порубочные остатки, собранные валы. Предварительная причина пожара – это умышленный поджог. Оперативно локализован. Глава Чувашии напомнил о необходимости строго контролировать ситуацию в лесах. Погода стоит сухая и жаркая. И все посетители лесов должны быть предельно осторожны. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Сергей Рябчиков, Республика.